Привет, вы на канале Удачи. Сегодня обзор гортензии Magical Summer. Это второгодка. Сажала я в прошлом году небольшим череночком. Покупала я его в коробке. Ну, те самые коробки, которые продаются в Оби, в Леруа Мерлене, во многих других садовых центрах. Почему-то у меня гортензия метельчатая никогда не бывает розовой. Слегка-слегка она там может начинать розоветь. В основном она у меня всегда бело-зеленая. Возможно, почва не сильно кислая, не знаю. Но цветение очень пышное, очень обильное. Куст еще небольшой, это не весь его потенциал. Но я очень довольна. Вот на заднем плане Magical Fire. Он еще только готовится цвести. То есть Magical Summer зацвел гораздо раньше. Друзья мои, рекомендую сажать гортензии метельчатые. Абсолютно неприхотливые, никто их не ест, ничем они особо не болеют. Главное, полив и почву хорошую. Всего доброго!